И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дорад Бэйс, и вы попали на самое новое видео на моем YouTube-канале. Ну что ж, это новогодняя рубрика обзоров новых Minecraft Pack Edition, так что обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, также жмя на колокольчик, чтобы пропускать этого моего нового видеоролика, который выходит в 17:00 по московскому времени, так что обязательно заходи в это время на канал, возможно, вышел новый ролик. А, ну еще я хочу сказать, что это первое видео в 2022 году, так что оно будет очень крутое, и, собственно, с этого видео начнется 2022 год на моем канале. Ага. Ну, а, кстати, вот эти автомобили на заднем плане, которые видите, это Toyota, очень крутая. Вы можете найти, собственно, этот автомобиль под прошлым моим роликом. Просто зайдите на мой канал, и вы увидите данный мод, и сможете его скачать по ссылочке в описании. И, кстати, любой мод на моем канале, который я показываю, вы можете скачать прямо по ссылочке в описании. Так что и в этом видео обязательно переходи в описание и скачивай данный мод просто по пару кликов. Естественно, автор мода тоже будет в описании. Ну и ссылка на мои соцсети будет в описании. Обязательно переходи и подписываемся. Подписываемся. Ага. Ну что ж, а сегодня у нас на очереди очень крутой мод, а именно мод на ВАЗ-2105. Крутой наш отечественный автомобиль, отечественный автопро, поэтому все, собственно, будет очень круто, бомбезно и шедеврально. А почему бы и нет? Ага. Так, ну что ж, давайте мы возьмем, собственно, данный автомобиль. Как видите, здесь уже очень много расцветок данного автомобиля. Так, еще две останется. Так, ну что ж, давайте не будем тянуть. Сразу погнали. ВАЗ-2105 красный. Опачки. Уф. Смотрите, какой автомобиль. Ну, давайте заспавним все и будем обозревать. Ну, здесь обычные такие цвета. Здесь уже, смотрите, такси там пошло. Смотрим, беленькое. Фиолетовая, но здесь чисто цвета, синенькая. Ох, вот это вот очень крутая. Так, ну что ж, погнали смотреть красная. Ну давайте для начала одну просто круто будем обозревать, а потом уже остальные просто смотреть. Здесь вот такие вот номера Г312А3, первый регион. Ага, открываются дверки, ну-ка, опачки. Оп, такой приятненькая анимация, приятный звук. Здесь такие же номера, Стукер, Лад. Лада 1300S, мы можем сесть в данный автомобиль, у него будут вот такие вот анимации, смотрите, руль крутится, очень приятный, собственно, такая потряс у него такой есть, то есть на бок, оп, видите, оп, полетели, вот, очень красиво это все выглядит, смотрите, вниз это так же само работает. То есть очень круто. Ну, собственно, автомобиль крутой. Чего вы уже об этом говорите? От третьего лица мы погоняем попозже. Так, у нас есть вот такой вот интересный таксишкин. Смотрите. 1 км 15 рублей. Дороговато. Но, в принципе, не супер прям дорого, конечно. Но тоже достаточно неплохо. Так, давайте мы также можем сесть в данный автомобиль. Ну, о, кстати, здесь еще у нас кофе есть, да? Кофеечек или что это? Или там мелочь лежит? Ну-ка, давайте посмотрим, что это здесь. А, все-таки, да, мелочь лежит. Ну, собственно, вот здесь вы можете чисто такие таксишечки, РПшечки устраивать, и все у вас будет чики-бомбони. Ну, здесь вот такая вот, вот такие вот, собственно, обычные жигулишки, ничего обычного, но здесь есть, ребята, версия ВАЗ-2105 с помойки. Посмотрите, какой автомобиль. Все проржавело, фары нет, разбито стекло, ничего не работает. Смотрите, дверка у нас расхераченная, шины улетели в пропасть просто. Ага, вот такой вот автомобиль очень крутой. Так, давайте мы можем открыть дверки. И открывается, смотрите, только одна дверка, мы можем сесть. Он даже заведется и даже немножко поедет, смотрите. Так что вы и с этой автомобилем можете устраивать крутые РПшки. Вот вы нашли, например, этот автомобиль где-нибудь в лесу и восстановили его и получили вот такой вот красивый зелененький ВАЗ-2105, который стоит прямиком у вас в гараже у вашего дедушки. Так, давайте, ну мы это тоже почему-то сюда припаркуем, я не знаю почему, но мне так хочется. Так, ну что ж, давайте вот эти мы все вазики уберем, как вы видите, вы уже все их посмотрели. У нас остался ДПС, ребята, и ретро. Я думаю, это тоже крутые автомобили, их я еще не видел, то есть те, ну вот с помойки я видел уже, я смотрел. Давайте ретро заспавним для начала. Ой-ой-ой. Ой, ну это, знаете, такой чисто, да, картонка обвесили и крутые, ну блин, ну круто, конечно, это порофли чисто можно, но мне не нравится на самом деле именно сам дизайн, но очень крутой, автор умничка просто, молодец. Так, давайте мы закроем дверки, все-таки мы цивилизованные граждане Российской Федерации, ну может не российской, пишите, если вы из какого-то другого, другой страны. Ну, есть вот такая вот классическая ДПС, собственно. Ну, это, в принципе, классика. Полиция, Россия.
Ага, вот. Естественно, ссылка на данный мод будет в описании, ссылка на мои соцсети будет в описании. Обязательно переходи, скачивай мод, ну и подписывайся на соцсети, там ВК, Инстаграм, электронная почта, все есть. В принципе, на этом я буду заканчивать свой видеоролик, с вами буду Артбес. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем покедова. The Tangled Forest.